все-таки решили прогульнуться по даунтауну сегодня. У нас перед штормом, бурей, хороший день. Вот гуляем. Там он что-то полицейские вот это. Буль-буль-буль-буль. Так, быстро-быстро. Перейдем дорогу пока. Что-то там скорая поехала, включилась. Сбили кого-то. Пока мы тут гуляем, сбили, что ли, кого-то. О, уже две полиции приехало. Ой, земля тут. Что случилось? Сейчас прям сделаем горячий репортаж. Полицейский маску одел. Может, наркоманы обдолбались? На остановке кому-то херово. Здесь красиво. Летом будет все красиво и шикарно. Это наркоман или алкаши? Алкоголик, maybe. Угу. Тетя Мотя сидит. Что там случилось? Что-то с пальцем у дядьки. Палец оторвало или отрезало. Пошли погулять по городу. Ой. Наш центр города. Как-то так. Ну, конечно, людей не очень. Как-то без деревьев тоже грустненько. Но ничего, еще неделька вторая. И мы это... Будем встречать, как говорится, цветы и зелень. Мы уже ближе к Сели. Тут такой приятный барчик, ресторанчик. Но мы все равно не сдаемся и ищем, как говорится, выход. Вот тут, кстати, немножечко истории. Как вот старое фото Миннеаполиса. Идем дальше. Так, нам надо как-то вот так, а потом налево. Так, девчонки и мальчишки гуляли, аппетитно гуляли, зашли вот в этот какой-то бридж. Как она называется? Короче, ресторан какой-то, бридж, шмидц. Короче, чисто британский такой. Сейчас будем что-то пробовать. Ну, такой, да, в старинном выдержанном стиле, все. Ну, тут надо пить пиво. А я пиво не пью, так что тут как бы не по теме, не по делу. Тут все такие серьезные алкоголики собрались по пивасику. О, тут можно и на улице посидеть. Тут вон... А, все, я поняла, где мы. Это мы на крыше W3... гостиницы, да, все понятно. Слушай, ну классное место такое, да, летом особенно тут можно прийти так подрынкать. Ага. Подрынкать. Вон там поиграть, тут у них и бильярд, и все, что хочешь есть. Ну, короче, тут, как говорится, белые люди ходят. Я заказала стакан вина и вот эти вот картошка с рыбой. О, а я еще не заказала, нам еще вино не приперли. Ну, я так подозреваю, будем ждать долго, потому что народу дофигища. Приехал мой картофан, ну так, чтобы сравнить, вот рука и картошка. Ну, короче, британцы жрут картофан как круче русских. Еще этот салатик, он такой приехал. Перед входом в туалет такая вот галерейка, ну типа... Все британское. Гордятся они. Ага. Самый лучший гольфер в мире. Все гольф, американцы. Так, что тут еще? Пиво. Водка пиво. Все пьют водку, все пьют пиво. Короче, тут все какие-то знаменитости. Я их не знаю. Какие-то чемпионы.
чемпионы, чемпионки, короче, будем изучать. Так пока не это самое, непонятно. Так, там кухня, там эта бабушка. Ну, вот так вот все пьют, отдыхают, гуляют. Короче, такой уютненький бар у них такой старинный.